В начале осени 2002 года группой молодых энтузиастов, любителей и ценителей искусства было принято решение организовать в столице так называемый центр арт-менеджмента. Цель вновь созданной организации – всесторонняя поддержка и развитие искусства в Таджикистане, в частности, музыкального искусства. Первый проект, разработанный центром, был нацелен на возрождение культурных связей и былой творческой дружбы между деятелями современного музыкального искусства соседних стран. Проект, получивший название «Творческие встречи без границ», предполагал приезд в Душанбе участников из Казахстана, среди которых и наши соотечественники – Далер Назаров и его группа. Самолет, доставивший пассажиров из Алматы, приземлился поздно ночью, но радость долгожданной встречи – это не помеха. Вернуться на родную землю, туда, где без тебя скучали, без тебя пели песни. Вернуться самому и привести к себе на родину своих друзей. Что может быть приятнее? Одно из самых излюбленных мест душанбинских музыкантов – старый музей музыкальных инструментов Гурминджа Завкибекова, народного артиста Таджикистана. Здесь все пропитано духом именитых сынов таджикской земли. В стенах этого музея, бессменным хранителем которого на протяжении многих лет является дедушка Гурминч, свой творческий путь начали такие звезды, как Хурму Ширинова, Мубаракшо Мирзашоев, Наргиз Бендишоева, Нобовар Чаноров, Далер Назаров и многие другие. Именно поэтому организаторами проекта было решено провести первый вечер пребывания гостей в нашей столице в этом музее. Здесь для казахстанских участников и всех прибывших гостей была организована экскурсия по музею, об истории и об экспонатах которого рассказал сам дедушка Гурминч. Thank you.
долго. Поехали к себе на родину и вспомнили нас. Как по нашему вышли, с аппаратом не пользовались. Уроки музыкального мастерства для молодых артистов сопровождались экспромтами, непринужденными выступлениями присутствующих музыкантов. Затем состоялся круглый стол, обмен мнениями и опытом в области современного музыкального искусства. Здесь впервые участники поделились идеями по поводу будущей совместной творческой деятельности. Конечно, было весело, была музыка и танцы. День незаметно перешел в вечер. Это был поистине вечер дружбы и взаимопонимания. چرا جویی وفا از به
Приехать в Душанбе и не увидеть всей прелести живописной природы, всех красот Варзобского ущелья, такого бы не простили себе ни прибывшие гости, ни организаторы творческих встреч. Поэтому очередной день по программе проекта предполагал выезд за пределы города. Кажется, нигде так не ощущается дух свободы и творчества, как на лоне природы, среди величественных гор, журчащих родников, птичьего многоголосия. И этот кипящий казан, и не без твоего участия накрытый праздничный стол, шутки и веселые истории – все это говорило о том, что пора налаживать мосты дружбы и сотрудничества, пора снова и чаще ездить друг к другу в гости. Всем этим организаторы встреч пытались доказать гостям, что времена войны и смуты канули в лету, и теперь Таджикистан опять простирает свои объятия для друзей. Мы хотим дружить, любить, творить. Здесь на природе было особенно весело. И даже неожиданно нагрянувший дождик не омрачил радости общения и творческого взаимодействия. Самая яркая часть проекта – гала-концерт, которого долго ждали и душанбинские зрители, и музыканты. Шоумадон бахайр бод, дустони гироми, мехмонони арджиман. Алон шуморо ба махфили шеру суруд, самимона хайра махтам мегуим. Базми им шабай ма мехр пайвандест, дар чахор чубе и лойхай, вохури хой еджоди, бидуни сархат,
که از جانبی مرکزی تازه تأسیس آرت منیجمنت شهر دوشنبه طرح‌ریزی شده است. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, дорогие гости, любители и ценители музыкального искусства. Мы начинаем вечер, который посвящен возрождению культурных связей. Сегодняшний концерт организован в рамках проекта «Творческие встречи без границ», разработанный недавно созданным Душанбинским центром арт-менеджмента. Добро пожаловать на наш музыкальный праздник. Приятного вечера! В концерте приняли участие популярная группа «Авеста», Ширинмо Нихолова, Боло, гости из Хаджента, Парвина Шукрулаева, группа «Западный квартал», юный Аврангзеб, экстравагантная группа «Фарсин», Хачатур, душа концерта, Дилором Курбанова, Нововар Чаноров и группа «Шамс», гости из Казахстана Эльмира Дергани, и мэтр таджикской эстрады Далер Назаров. С приветственным словом к зрителям обратились руководитель делегации Казахстана Амина Мажитова и Далер Назаров. Без сомнения, проект удался. Он оправдал данное ему имя. В те дни были стерты все границы,
были разрушены все препятствия, разделяющие близких по духу людей.